Шановні телеглядачі, вітаю! Тема сьогоднішньої прес-конференції – які сюрпризи готує жителям Дніпра музей популярної науки «Експериментаріум» у 2019 році. І у нас сьогодні у гостях Сергій Чугаєв, завідувач музею популярної науки «Експериментаріум». Доброго дня, пане Сергію! Доброго дня! Тож, розкажіть, будь ласка, що це у вас за заклад музею популярної науки і які там є експозиції? Музей занимательной науки в нашем городе появился сравнительно недавно. Нам скоро будет 2 года, в марте месяце, и за это время мы уже смогли завоевать популярность у наших посетителей. Что такое музей занимательной науки? Ну, мы привыкли со словом «музей» ассоциировать какое-то собрание каких-то экспонатов интересных, которые нужно смотреть и получать о них сведения какие-то, интересную информацию. Наш музей не совсем обычный. У нас тоже есть экспонаты, их больше 70 на сегодняшний день. И каждый экспонат представляет какое-то чудо. Именно чудо. Но эти чудеса связаны с работой законов физики. Я думаю, что вообще с собой, чтобы продемонстрировать. Конечно, я покажу кое-что, но сначала я хочу сказать о том, что мы с вами забыли, хотя в школе нам рассказывали об этом, как слово «физика» звучит по-гречески. А оказывается, это не что иное, как природа. То есть это мы с вами и все, что нас окружает. Поэтому чего-то вот такого необычного инопланетного в нашем музее нету. Все, что у нас есть, мы с этими вещами зачастую сталкиваемся повседневно, видим их, но даже представить себе не можем, что любой предмет, с которым мы общаемся, который мы трогаем руками, которым мы пользуемся, обладает волшебными свойствами. Вот именно это мы и показываем посетителям в нашем музее. Экскурсоводы рассказывают об экспонатах, рассказывают, как их запускать, и затем посетители должны каждый экспонат самостоятельно подергать, покрутить, запустить, увидеть этот эффект и, если интересно, разобраться, как он работает. Я, конечно же, не мог сюда взять основные экспонаты, которые у нас есть, но кое-что я вам покажу, чтобы вы могли составить представление о том, какие чудеса бывают у нас в музее. Вот представьте себе маятник, да, качающееся что-то. Если мы к этому маятнику прикрепим ручку и поднесем к ней неподвижный планшет, правда ведь ручка будет рисовать дугу на бумаге. То же произойдет, если мы к маятнику прикрепим планшет, а ручку неподвижно закрепим возле планшета. Но если мы возьмем 2 маятника и к одному прикрепим ручку, а к другому планшет, то ручка будет рисовать на планшете замысловатую кривую. Впервые такой опыт провел французский ученый по фамилии Лиссажу, и кривая, которую вырисовывает ручка, получила его имя – кривая Лиссажу. Но если мы маятники запустим с амплитудами затухающими, то есть амплитуда будет с каждым качанием изменяться, то на бумаге возникнут вот такие вот рисунки. Причем каждый рисунок уникален. Вероятность полного 100% повторения примерно 1 к миллиарду. Видите, они могут быть похожи, но 2 одинаковых вы практически не получите. Мы показываем, как пользоваться этим прибором. Его научное название – гармонограф, а мы его называем «рисующий маятник». И наши посетители, и ребята, и взрослые самостоятельно с его помощью рисуют такие рисунки и забирают потом на память. Разрешите мне оставить эти рисунки на память студии. Мы знакомим посетителей не только с механикой, но и с оптикой, с акустикой, с биологией, потому что мы считаем, что биология – это физика живого организма. Ведь все процессы, происходящие в нашем организме, подчиняются физическим законам. Мало того, даже химия, с нашей точки зрения, – это физика на молекулярном уровне.
Ведь химия изучает поведение атомов и молекул, а они подчиняются тоже законам физическим. Поэтому с нашим музеем сотрудничает группа специалистов-химиков, которая проводит, по заявкам, проводит шоу, мастер-классы и другие, в других формах проводит занятия по химии, показывают чудеса, которые может представить эта наука. Наши посетители могут узнать и разобраться, как работает такой древнейший механизм, как рычаг. Могут увидеть красивейший экспонат, наш волновой маятник, который демонстрирует образование волн в природе. Поверьте, это завораживающее зрелище, очень красивое, когда 14 шаров, подвешенных на подвесах, выписывают замысловатые кривые, замысловатые волны и выстраиваются в определенной последовательности. Тактильный тест поможет нам понять, насколько важно в нашем восприятии зрение, потому что там нужно без помощи зрения на ощупь определить, какой предмет мы держим в руках, а потом проверить свою догадку. Вообще, зрение... Наши глаза, наш глаз – это один из самых совершенных приборов, которые создала природа. И все же он не до конца совершенен. Наше зрение может нас обманывать. Часто мы видим не то, что есть на самом деле. Мы называем это оптическими иллюзиями. В музее представлен целый ряд оптических иллюзий. Посмотрите, пожалуйста, у меня в руках два предмета – одинаковые по форме и размеру, верно? Но если я их расположу рядом друг с другом, нам покажутся они разными, правда? Какой сейчас кажется большим? Красный. Все согласны, что красный больше, да? Или все-таки синий больше? Видите, в зависимости от формы и взаимного расположения предметов, мы можем здорово ошибаться при определении их физических характеристик. Если вам интересно, в чем тут дело, приходите в музей, мы с удовольствием расскажем вам. Простые, знакомые нам с детства картинки-перевертыши. Ведь это настоящее чудо, правда? Посмотрите, от короля до шута на самом деле всего один переворот бумажного листа, верно? Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Чем эта история закончилась, всем известно, правда? Вы видите, один и тот же рисунок мы видим совершенно по-разному, в зависимости от точки зрения, в зависимости от того, как мы смотрим на это. Это не только к рисункам относится. В нашей жизни есть много явлений, которые по-разному видятся с разных точек зрения, правда? Этого молодого симпатичного мужчину зовут Герасим. Я думаю, вы догадываетесь, кого мы увидим, если перевернем лист, да? Му-му. Дай ей Бог здоровья. Многие разделы физики, представленные в нашем музее, совершенно волшебный экспонат называется левитрон. Это магнит в магнитном поле, летающий магнит, то есть материальное тело, летающее в воздухе без поддержки. Мы объясняем, что на этом принципе, например, работает транспорт будущего поезда на магнитной подушке. Всем известный наверняка гироскоп. Гироскоп – это любое вращающееся тело. Наши дети совсем недавно увлекались спиннерами, правда? Гироскопы. У нас гироскоп представляет собой обычное велосипедное колесо, но он ведет себя совершенно волшебным образом. И мы объясняем свойства гироскопа и показываем прецессию гироскопа. Это всегда очень интересует и огромное воздействие на наших посетителей оказывает. Маятники у нас, кроме, я уже рассказал о рисующем маятнике, есть у нас маятник Максвелла, который давно уже маскируется под псевдонимом Йо-Йо. Йо-Йо, наверное, всем известно, да? На самом деле это маятник Максвелла. Мы показываем его, большое такое, и рассказываем, как он действует, как при работе маятника Максвелла
один вид энергии переходит в другой, кинетическая переходит в потенциальную энергию. Всем известный маятник Ньютона. Девяносто процентов ребят, я когда говорю ребят, я имею в виду от 5 лет до 35 где-то, знают, что это такое и как это работает. Правда ведь все знают. Но на самом деле вы только думаете, что знаете. На самом деле маятник Ньютона назван так, потому что он демонстрирует законы Ньютона. Ну, главным образом, три закона, которые являются основой динамики. И согласно третьему закону, сила действия равна силе противодействия. То есть сталкивающиеся объекты взаимодействуют между собой с одинаковой силой, которая зависит от массы. Масса этих шариков одинакова, и поэтому, посмотрите, если я задействую один шарик, то приходит в движение от толчка обязательно один. Сколько шариков мы запускаем, столько и отвечает. И это закон. Если я запущу два шарика, конечно же, ответит два. А вот что будет, если я запущу три шарика? Согласно закону, должно ответить три. И законы в физике действуют всегда. Посмотрите. Хотя остается два шарика, но отвечает обязательно три. Даже если мы запустим четыре шарика, как мне это сделать, чтобы вам было видно, остается всего один, но отвечают все равно четыре. Большой маятник Ньютона позволяет посетителям убедиться в этом и попробовать это сделать самостоятельно. Я хочу вам рассказать о балансе. Вот посмотрите, и я еще раз покажу, что мы имеем дело с вещами совершенно обыкновенными. Вот, я надеюсь, этот предмет знаком всем, да? Это пустая баночка из-под напитка. Как говорил Винни-Пух, вот горшок пустой, он предмет простой. Мы его можем поставить вот так на донышко, можем поставить вверх ногами, можем положить на бок. А можем ли мы его поставить вот так на ребро? Нет, баночка будет обязательно падать. Но, изменив центр тяжести, мы легко можем такую операцию проделать. Посмотрите, я налью в баночку немножко воды. И теперь могу спокойно поставить ее на ребро. Разве не чудо? Проблема центра тяжести и баланса в физике и технике используется постоянно. Здесь не зря стоят три чашечки. Я попросил организаторов принести их. И у меня есть вот такие вот инструменты с собой. Это хитрые чайные ложки, которые я имею при себе на случай, если придется доставать варенье из трехлитровой баночки. Очень удобно, рекомендую. Посмотрите, что я сейчас сделаю с этими ложками. Надеюсь, мне хватит места здесь. Я переплетаю ручки этих ложек. Ну, в принципе, можно брать какие-то палочки. Получилось. Видите, какая конструкция у меня получилась? Такое соединение называется ласточкиным гнездом, соединение элементов. Оно очень прочное. Как видите, тяжелый графин легко удерживает эти три палочки. И такое соединение применил в одном из своих проектов еще Леонардо да Винчи. Это случилось почти 600 лет назад. Леонардо создал проект моста и предложил турецкому султану Баязету II построить такой мост через бухту Золотой Рог в Стамбуле. Султан проект отклонил, посчитал фантастикой. А сегодня, вот сейчас, уже начато финансирование в Турции строительство моста по проекту Леонардо. И самое удивительное, что в проект не внесено ни одного изменения. Современные инженеры не придумали, как можно улучшить проект, который создан почти 600 лет назад. Модель моста да Винчи вы сможете увидеть в нашем музее и построить его своими руками.
А кроме того, вы сможете разгадать код да Винчи. Наверное, о коде да Винчи слышали практически все. Этот удивительный человек кодировал свои записки разными способами, но именно один из способов называется кодом да Винчи. И этот код мы предлагаем посетителям воспроизвести самостоятельно. Показываем, как это выглядит, и предлагаем воспроизвести на одном, с помощью одного из наших экспонатов. Оптические свойства света мы показываем в комнате затемненной, в котором собраны экспонаты, с помощью которых мы знакомим посетителей с люминофорами. И показываем, как эти вещества, светящиеся в ультрафиолете, используются нами в повседневной жизни. Мы знакомим посетителей с плазменным генератором Тесла и тоже показываем, какие чудеса связаны с работой этого удивительного прибора. Мы показываем, как получается белый свет при смешивании основных цветов красного, зеленого и синего, и как эти основные цвета разлагаются на дополнительные. Прекрасная цветная картинка тоже всегда, ну, не только дети, но и взрослые с удовольствием смотрят и опробуют этот экспонат. Еще раз повторюсь, у нас больше 70 экспонатов. И если бы я сейчас рассказывал о каждом из них, уделил каждому примерно минуту, то наша конференция длилась бы более часа. Вообще-то, если у меня взрослая аудитория и посетители с интересом слушают мой рассказ, бывает, что экскурсия у меня длится больше 2 часов. Потому что о физике можно рассказывать практически бесконечно. Мы постоянно совершенствуем свои экспонаты, вводим постепенно новые, кое-какие изымаем, если к ним интерес затухает или не совсем они... Ну, бывает, просто они хрупкие, а посетители у нас активные, и зачастую некоторые экспонаты у нас просто не выдерживают вот такой напряженной жизни. Но мы вводим новые как раз сейчас. Я сохраню интригу, но мы готовим интересный новый экспонат, который связан с совмещением прямолинейного и криволинейного движения. И постоянно думаем и советуемся со специалистами, и думаем, как можно улучшить и сделать более интересной нашу экспозицию. Вот примерно... Так, я мог би розказати нашим музеям. А можете більш детально розповісти про те, хто вигадує, от, ну, що ви будете показувати, програми, хто працює над експонатами? Ви сказали, що з спеціалістами. Хто ці спеціалісти, звідки? Ну, во-первых, конечно, сейчас главный подсказчик и главный источник – это интернет. Вообще сама идея музея возникла после посещения учредителями нашего музея подобного заведения во Франкфурте-на-Майне. Я должен сказать, что аналогичные музеи или близкие по тематике у нас в Украине есть в Одессе, в Киеве, в Харькове, вот сейчас есть и в Днепре. И за рубежом, в Польше, в нескольких городах Польши, в нескольких городах Германии, в Италии, в Испании есть подобные музеи. Они, конечно, сделаны на более высоком технологическом уровне. Это большие здания, как правило, многоэтажные, в которых экспонируется сотни экспонатов, разделенные по отраслям, по каким-то темам. Например, вот в Киеве тоже есть музей занимательной науки. Ну, возможно, названия у них варьируются. В Киеве есть целый зал, который посвящен устройству и работе двигателя внутреннего сгорания. Там автомобили и двигатели показаны в разрезе,
действующие модели, и, конечно же, это все на более высоком технологическом уровне создано. Наш музей выгодно отличается от всех этих музеев тем, что у нас есть возможность рассказать о каждом экспонате, провести экскурсию с посетителями. Вы понимаете, что в большом музее экскурсия заняла бы несколько суток. Поэтому там проводятся экскурсии только по заявкам посетителей и по одному из отделов, по одному из залов. Мы имеем возможность рассказать и показать все экспонаты наши. Но мы постоянно следим за деятельностью подобных учреждений, заимствуем у них идеи, заимствуем идеи в сети, интернет, и стараемся воплотить эти идеи в жизнь. Мы гордимся тем, что большинство экспонатов в нашем музее созданы нашими руками. То есть ничего какого-то чего-то необычного, для создания которого нужна какая-то специальное оборудование, фабрики, у нас очень мало таких экспонатов. А скажите, будь ласка, сколько у вас экскурсоводов? Экскурсоводов у нас чуть больше десятка человек, но они работают, музей работает с 10 и до 20 часов ежедневно, без выходных и праздников. Поэтому график работы у экскурсоводов скользящий, и поэтому, посетив музей несколько раз, вы можете увидеть, услышать разных экскурсоводов, которые, конечно же, через личностную призму личностного восприятия все пропускают, и каждая экскурсия у нас индивидуально проходит. Каждый экскурсовод рассказывает, подает материал по-разному. Мы, кстати говоря, позиционируем себя не как образовательное учреждение, а как развлекательное. Поэтому мы приглашаем посетителей в наш музей не для изучения физики, а для развлечения, для игры. Кто ваши відвідувачі? Це в основном діти чи дорослі? Я обычно шучу, когда спрашивают, а для какого возраста у вас? Я говорю, нам интересно посетителям в возрасте от 3 до 83 и старше. То есть от 3 лет уже у нас есть, ребята находят себе занятия и с удовольствием осваивают физику в нашем музее. Более старшие уже больше внимания уделяют информации, хотя игра – это основное. А взрослая аудитория? Хотя мы все в душе дети, правда? И всем интересно поиграть, что-то подергать, если получается из этого что-то чудесное. Но, конечно, взрослая аудитория больше внимания уделяет информации. А информацию мы стараемся давать не научную, а занимательную. Ведь музей у нас занимательный. То есть в каждом рассказе о каждом экспонате присутствует что-то, чем мы удивляем наших посетителей. Что-то интересное. Кто-то знал об этом, а большинство узнают много нового. После одной из экскурсий ко мне подошел мужчина примерно моего возраста, поблагодарил за экскурсию, говорит, я преподаю на физтехе, привел внучку в музей, приобщить к физике. Думал, мне-то что тут интересного? А с удовольствием прослушал экскурсию и узнал много нового. Так что любви все возрасты покорны, физики тоже. Дякую. Можливо, у колег є запитання. А скільки коштує вхідний квиток? Якщо можна ще раз. Вхідний квиток скільки коштує? Білет скільки стоїть? Білет. Стоїмость посещення в нашому музеї 80 гривень для одного чоловіка. Якщо ви приходите вдвоєм, то стоїмость вже знижується 70 гривень з чоловіка. Якщо ви приходите втроєм або більше, то з чоловіка посещення для одного чоловіка стоїть 60 гривень. Для экскурсий организованных у нас часто приводят школы, классы. То есть, если группа больше 10 человек,
мы настоятельно рекомендуем связываться по телефонам, которые можно найти на сайте Музея науки и на рекламном материале, который можно найти в городе, связываться с администратором. Для чего? Потому что, когда приходит большая группа, получается очень нехорошо, если несколько групп приходит одновременно. Чтобы развести их по времени, мы обычно планируем посещение вот таких организованных групп, посещение музея. И в этом случае там есть система скидок, которыми владеют администраторы. Кроме того, я вам назвал стоимость первого посещения. Да, есть система лояльности, мы выдаем не купоны, а календарики, которые дают право скидки при последующих посещениях. Кроме того, мы работаем с системой по купон, и там тоже посетители могут сэкономить, купив купон на этом сайте. Скажите, пожалуйста, может, у вас есть какие-то благодійні проекты для детей-сирит? Конечно. Но обычно такие мероприятия проводятся планово. То есть на нас выходят волонтеры или администрации каких-то учреждений для не только детей, и взрослых тоже с ограниченными возможностями. И мы, конечно же, проводим в этом случае, принимаем их и проводим экскурсии благотворительные. Либо же выезжаем на место. Ну, правда, когда мы выезжаем, мы, конечно, не можем в полном объеме показать все эти чудеса, которые есть в нашем музее. Дякую. Ще запитання? Якщо запитань більше немає, то наша прес-конференція підходить до свого завершення. Я щиро хочу подякувати нашому гостю за візит на телеканал «Відкритий» і за цікаву розповідь. Телеглядачам хочу побажати гарного дня, чудового настрою та подякувати, що були з нами в ефірі. До побачення, до наступних зустрічей.